Добрососедские связи. Zuhören und слышать и прислушиваться. Четыре человека были опрошены в Марцан-Кирисдорфе. Госпожа Дулкус и госпожа Минчевский из бывшего ГДР, Фариба из Афганистана и Мухаммед из Ирака. Они испытывают удовлетворение, что они находятся в стране, которая хорошо приняла, и в то же время ностальгию о покинутой родине. Для меня теперь Берлин является родным домом, и Марцан-Кирисдорф – моим домашним очагом. Для меня домашним очагом является Марцан-Кирисдорф. Здесь я родился в 1940 году. Мне частично пришлось пережить войну. Домашний очаг – это место, где можно спокойно жить и ходить в школу. Это место, где мне не нужно постоянно бороться за свои права и средства к существованию. Будущее будет зависеть от того, как и ты относишься к своему соседу, коллегам по работе и остальным жителям района, как прислушиваешься к мнению окружающих. Следуя этим принципам, в нашей ассоциации «Gemeinsamer Horizont» мы стараемся создать безопасное пространство для жизни, учебы и работы. Надо сделать так, чтобы общество было частью тебя. Особо важным фактором я считаю помощь женщинам, имеющим статус беженцев в районе Марцан-Кирисдорф. Они должны стремиться овладеть немецким языком, общаться с соседями, получить работу, не замыкаться в домашних стенах, а чаще выходить на улицу, а не просто сидеть дома. Я забочусь о своих соседях. Мы ищем коллективную поддержку через организацию «Volk Solidarität». Надеемся на скорую интеграцию беженцев. Важно проявить понимание и сочувствие к людям, которым пришлось испытать горе, и протянуть им руку помощи. Для меня очень важным является, чтобы мы узнали лучше друг друга, сблизились и почаще общались. Сплоченность во имя единения. Общество – это совокупность наших коллективных потребностей, истории, прав и обязанностей. Если кто-то из вас останется позади, или наша история останется неуслышанной, общество уже не является нашим домом. Наша история не может быть полной без окружающих нас людей. Для меня очень важно хорошее соседство. Девиз «Volk Solidarität» – «Вместе друг для друга» – был моим девизом с детства и является таковым по сей день. В эти дни этой организации исполняется 75 лет. Seit meiner Kindheit und bis heute. Verlust. Потеря. Старая родина, которую пришлось покинуть. Было сложно. В ГДР у меня был домашний очаг, детство, юность, моя молодость. Что касается работы. У меня было 3 работодателя в ГДР. В ФРГ у меня было 22. Так что с 1990 года у меня были только ненадежные трудовые отношения. Also nur prekäre Arbeitsverhältnisse von 1990 an. Konnte trotz DDR meine Schwester in Westberlin. Проживая в ГДР, я смог навести свою сестру в Западном Берлине, где ощутил существенную разницу между государствами. В ГДР мы чувствовали себя защищенными. В Западном Берлине я впервые увидел, что там есть бездомные, чего не было на территории ГДР. Труден путь в новый дом. Марцан-Кирисдорф будет моим настоящим домом,
Если я найду здесь квартиру, и мои дети смогут жить и учиться. Они также смогут иметь спокойствие и стабильность. С самого начала главной сложностью было отсутствие реальных знаний по работе системы и трудности преодоления бюрократических перемен. По мере преодоления указанных трудностей появляются новые возможности и направления к самостоятельной жизни. В Германии у меня есть свобода, я могу здесь работать. В Афганистане я не имела права на работу, мне не разрешали покидать дом, и я вынуждена была заниматься только домашним хозяйством. И не имела возможности распоряжаться собой. Я даже чувствую себя здесь моложе, чем раньше. В начале 90-х у меня появилась возможность познакомиться с ФРГ. После воссоединения я смог поехать в отпуск на юг Европы. Испания, Италия очень близки моему сердцу. Это возможность, которую я не мог бы упустить. Когда люди оказываются в новых обстоятельствах жизни, подобно тому, когда человек переезжает в новый дом, и они позитивно настроены, у них появляется возможность чувствовать себя комфортно. Кроме того, они нуждаются в благожелательных людях, которые их нормально примут и помогут наладить жизнь здесь, в районе. Домашний очаг – это не только то место, где вы родились, но также то место, где вы находитесь в настоящее время, где у вас есть семья и друзья, с которыми вы можете наладить быт и Фариба. Фариба, видишь ли ты новый домашний очаг в Марцан-Хилесдорфе? Я работаю здесь для женщин-беженцев 4 года. За это время я познакомилась со многими людьми, что нас поддержали. Вот почему я думаю, что смогу хорошо жить в Марцан-Хилесдорфе.